В отношении Николая Зотова, бывшего начальника департамента спорта и туризма, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств в 2012 году. На инфраструктуру Милой горы в Плёсе в рамках программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011-2018 года были выделены немалые средства из федеральной казны. Однако 50 миллионов рублей пошли не по назначению. Этой суммой были оплачены работы, не прошедшие предварительного согласования с Минспорттуризма России. В ходе следствия будут проведены соответствующие экспертизы. Исследования документов, произведены будут соответствующие допросы, а потом будет решаться вопрос уже после сбора вот этих доказательств о предъявлении обвинения в совершении указанного преступления. Я еще раз повторяю, на настоящий момент все полученные документы свидетельствуют о том, что имеется основание, имеется состав преступления, имеется основание для возбуждения уголовного дела по указанной статье.